Привет! История об одной учительнице, которая вынуждена была подрабатывать в интернете, принимая заказы на сочинения и рефераты. И вот однажды она дала задание своим ученикам написать реферат, а на утро проверяла 4 своих реферата. Ну и, разумеется, поставила пятерки, потому что родители у этих учеников тоже получают небольшую зарплату. И вот она с тех пор периодически, иногда проверяет по несколько своих же сочинений и своих же рефератов, которые сама же и написала. Вот так вот.